Здравствуйте, дорогие зрители! Рады видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, и сегодня я снимаю яркую, красивую коллекцию на весну, на лето у Заура. Это город Москва. Сразу покажу визитку. Торговый комплекс «Садовод», линия 20, павильон номер 90. Указан номер телефончика, по нему можете связываться как оптом, так и в розницу. Заказы отправляют в любую точку мира. Размерный ряд сегодня будет от 42 по 62 размер. Я примерила на себя уже первый костюмчик. Размеры не маленькие, поэтому мне великоват, но видно, что качество прекрасное, очень комфортная ткань и сидит тоже великолепно. Ну что ж, поехали смотреть обзор. Здравствуйте, Оля. Что сегодня будем показывать? Будем весенние коллекции летние показывать. Так, размеры какие у нас? 50 по 60. Производство? Турция. Отлично. Так, и начинаем с первой модели, бантики, так назовем ее условно. Состоит она из кофточки удлиненной, с лампасиками, брючками зауженными. Классические. И цвета предоставляем. Беленькие. Красивый, очень бежевый, очень красивый цвет. Зеленый. Можно рассмотреть его вот так. Электрик, как мы его называем. Затем идет наш любимый розовый. И черный. А с 50 по 60 5500. Так, следующая наша будет коллекция. Пеликан. Курточка такая с пеликаном. Тоже бисером сделана. Тоненькая. Если вот вы видели, какую ткань, какая. Если его одеваю, он прям бархатистый. Похоже на неопрен. Да. Вот. И на станишках тоже такая птичка будет у нас. Тоже с 50 по 60 идет. И несколько цветов. То есть бежевые. Идет такая лимончик. Розовенькая. Наш любимый цвет. Очень красиво. Девичий. Мне нравится. Так, голубенький тоже неплохой. Все цвета очень красивые, летние. Воздушные, легкие, беленькие, куда мы без белого. Вот, зеленые. Никак у нас не прекратится любовь. Все любят зеленые, это очень хорошо. Не просто же черный только любить, и черный. Размеры, размеры с 50 и по 60, 5500. Следующая коллекция у нас будет фламинго. Курточка состоит из бомбера. Если кто любит носить как курточка вариант. Она у нас на молнии. Мы ее сможем расстегнуть. И носить, используется как троечка. Станишки у нас обычные. И к ним же идут цвета. Опять же, состоит из 6 цветов. Бежевый. Лимончик такой. Молодая травка. Электрик. Розовый и черный. Следующая коллекция наша будет состоять из кофточки бомбера с небольшой птичкой, с камушками, со стразиками. И то же самое в 5-6 цветах будет. С 50 размера по 60. Вот такая расцветочка. Беленькая.
Да, красиво очень. С отделанными кармашками тоже резиночка такая идет. Зелененькая. Синенькая. Розовая. И черная. И размеры. 50 по 60, 5500. Так, и следующая коллекция наша пчелка. Тоже довольно-таки интересная. Тоже состоит из стразиков на веточке. И здесь на кармашке, на брючках. Тоже брючки идут узенькие такие. Ну, классика в основном. Они не широкие, немножко зауженные будут. Вот. С 50 размера по 60. И цвета к ним идут. Вот такая красота. Тоже тоненькие, мягенькие. Бежевый цвет. Красивый. Бежевый цвет вообще красивый. Такой. Все цвета красивые. Зеленые. Розовые. И черенькие. Размеры и цена? 50 по 60. 5500. Турция. Следующая коллекция будет у нас состоять, кто любит спорт. Футболочка состоит, видите, реглан с небольшой такой аппликацией газетки. Черный с белым комбинированными цветами. Брючки из лампасов. Такие интересные. И с манжетами цветными. И на рукавчике кто тоже, обратите тоже. Более такой молодежный. Да, молодежный стиль. Кто любит спорт, красиво, стильненько. Вот. И, как всегда, предоставлен он в нескольких цветах. Это идет вот черный как раз с бежем. Есть синего цвета. Очень интересные. Зелененькие. Такой лимончик и розовый. Турция. 50 по 60. 5500. Так, а здесь мы представляем нашу веселую компанию. Это киски. Тоже интересная, гламурная. Кто любит, вот видите, кошачий принт у нас. Тоже очень интересная. Идет тоже с резиночкой везде, вы видите, такой цветной. Моделька интересная, в черных цветах. Опять беж идет, белый, зеленый. Пять пятьсот, Турция. С 50 по 60. Перейдем теперь к футболочкам. Вот такие у нас красивые футболочки, которую можно и в повседневной жизни использовать, и куда-нибудь сходить. В разных цветах, тоненькие, как тоже турецкое производство. Вот, размеры у нас. Цвета покажем, да. Вот такой цвет. Посильнее даже. Угу. Сейчас вот такая красота у нас. Вот такая. Вот такие. Как и брючки, можно и под юбочку. И под любые брюки, под любые, если можно, под узкие. Размер тоже у нас идет от 50 и по 60, даже по 62. 3000, Турция. Так, ну и как мы всегда, у нас актуальны птички, цветочки. Мы их тоже любим, как и покупатели наши. Так, с резиночкой. Здесь идет, шла у нас без резиночки моделька. Здесь идет с резиночкой, больше как под спорт или кто как любит. Вот, в белых тонах. Вот такая. Вот. И синенькая. Цветов много. 3000 турецкие. И размеры, я сказала, с 50 по... Вот где-то они по 62. Такие довольно-таки объемные, хорошие размеры.
То есть не будет ни в обтяжечку, и не будут на бедрах сидеть, будут довольно-таки хорошо, свободненько. Так, к следующей коллекции подходим. Такая будет кофточка у нас на поясе. Рукавчики с красивой отделкой стразиков. Ну, нарядочка такая. Вот. Стразиков немного. Некоторые их может любить, не любить, но они здесь очень хорошо так сделаны, придуманы. Вот. Тоже в несколько цветах. Вот такая красота. Ну, куда мы без черной? Черную любим очень. Беленькая. Интересная очень. Вот. И у них очень хорошо посадка с горлом. Вот некоторые горлышки хотят, не совсем прям вот под шейку. У них такой довольно-таки, обратите внимание, какое горлышко. Здесь вот резиночка, вот с этой стороны мы сделали, она чуть-чуть по шейке. Это более свободная такая. Тоже размер у нас 50-й и по 62-й. Сидят великолепно по ткани Турции. Ну, в общем, производство хорошее. Цена у нас 3000. Да. И есть вот такая моделька, но, конечно, я сейчас немножко вот так ее покажу с этой стороны. Она идет комбинированная. Тут идет трикотажик и такая немножечко из плащевой ткани, летняя такой. Но она все равно такая оригинальная, легкая. Вот. Ну и с цветом, и страз. Красивые рукавчики фонариком. Резиночка, фонарик. И здесь она как распашонка. Мы любим распашонки. Летом без них, по-моему, никуда без этих распашонок. Вот. И я думаю, что трикотажик все равно, вот когда комбинированный, тоже вот эта разлетаечка, прохладненько, так свежо, нормально. И, как всегда, несколько цветов. Зелененькая такая. И черенькая. Вот такая моделька. Следующая моделька у нас будет немножко необычная, но покупатель у нас уже ее знает, эту модельку. То есть обратите внимание на низ, он немножко по-другому сделан, то есть заходит сюда на бедрышки, заужены и с небольшими разрезками. Это очень удобно, так же, как и юбочный тоже может быть вариантом, брюки любые, классические, спортивные, какие хотите, с небольшим таким, скажем, декором на рукавчике в виде стразиков и с божьей коровкой. Довольно-таки хорошая тоже. Цвета разные у нас. Есть голубенькая, есть вот такая, лимончик. Здесь у нас, конечно, по три цвета. Размеры у нас с 50 по 62. Турция 3000. Следующая коллекция у нас будет спортшик. Она везде идет у нас с резиночкой. Если низ у нас там был заходил, здесь она у нас просто разрезана по бокам, небольшие разрезики, резиночки, которые идут по горлышку, по рукавам. И сова наша прекрасная. Тоже она идет в цветах. В беленьком цвете. Вот такая. Здесь побольше цветов у нас будет. С 50 по 62. Очень, говорю, удобные. Спортшикс, кто любит. Свободные, красивые, сильные. Так, следующая коллекция у нас тоже маечная такая, но она более спокойная. Кто и классик. Ничего лишнего, тоже идут по бокам разрезики. Идут по бокам разрезики. Здесь вообще маленькие разрезики, тоже очень удобные. И такая скромная сова. Обычно закругленное горлышко. Низ без всяких резинок и рукавчики тоже свободные, в общем. 50 по 60 будет. 3000 Турция. Цветов много. Есть зеленый, есть бежевый. Так, и следующая коллекция тоже довольно-таки интересная. Объемная. Для тех, кто побольше любит объем. Она идет вот здесь. Первая часть у нас животика. Она достаточно низкая такая. И здесь вот небольшая резиночка. Но сзади вот будет она без резиночки, просто свободная, вот. Но не короткая. Она очень удобная, любимая. Вот кто любит подлиннее, да. И с небольшим рисунком котят.
Выполнены стразами. Тоже такая не очень-то скромненькая. Это для классиков. Несколько цветов. Размеры большие, по 65-й размер. Вот. Тоже 3000 будет стоить. Турция, турецкие. И вот такая. Следующая наша блузочка будет для модниц. С такими красивыми рукавчиками. С небольшими стразиками. И с красивой аппликацией лебедь. Идет она свободная. Тоже юбочный вариант под любые брючки. Длина будет нормальная, такая средняя длина. Если там мы смотрели перед этим, удлиненные были. Вот, здесь она более такая, ну, покороче будет. Так что длина разная вообще у наших блузок. А, как и цвета. Турецкая. И по 62 размер. 3000. Так, следующая наша кофточка будет выглядеть довольно-таки экстравагантно. Красиво, стильненько, модненько. Кто любит больше камушек, больше стразиков. Они есть также на рукавчике. Мы посмотрим. А здесь даже кармашки есть. Да, есть и кармашки там. Угу. Вот. Более такая нарядочка, кому хочется куда-нибудь пойти, нарядно выглядеть. Это наши кофточки. Тоже несколько цветов. Размеры идут у нас до 62 и 3000. Сейчас еще покажу. Вот такая расцветочка. И завершаем беленькой расцветочкой красотулей. И для любителей модниц мы предоставляем скидочку 2500. Такие кофточки, которые у нас вот идут вот со скидочкой. Но они все разные, на любой вкус. Есть даже с длинным рукавом, 3/4. Есть вот эта длина. Так, мы сейчас достанем. Вот такая моделечка интересная. Вот это 2,5. Не забываем про размеры, что, девочки, размеры есть до 62. Такая. Вот такая интересная моделька. Это не трикотажик. Это прям хбшечка. Такая летняя, под летние вот брючки. Прям прелесть вообще. Радужные такие цвета все. Вот. И сейчас еще вам покажу. Это у нас идет все со скидочкой, так что вот такая. Такие листочки. Тоже мягкий трикотаж, такой спокойный. Все с такими листочками. Сзади у нас просто идут. Обычные, без всяких силуэтов. Все вот такая. Коллекция 2,5 для модниц. Есть кто любит желтое. Кто любит солнышко, тоже такая коллекция. Такая. Здесь вот есть даже со встречной складочкой. В общем, короче, модельки разные, все интересные, но они остались штучно. Поэтому, конечно, приходите. 2,5. Будем очень рады. В общем, красиво очень. Зелененькая такая она выпуклая, рисунок выпуклый. Немножко идет, видите, воротничок мысочком. Вот. Такая интересная моделька. Достала очень интересную, как такую кофточку. Она очень интересная. Сделана она как бы с крылышками такими. Рисунком я имею в виду. Так она обычная. Вот, футболочка такая беленькая, но со стразиками. Стразики такие мелкие-мелкие, такие красивые очень, мелкие. Вот их даже не думаю, что они стразики тут. Она так блестит шикарно, но очень красивая. Так, и еще в нашей коллекции появились новые такие симпатичные для модниц. Варенка. Штанишки в виде бананов. Вот такие на резиночке, как бананчики они будут. Сзади у нас просто спокойно. Тут достаточно одного, стоит немножко джинса, как вареная. Вот. Ничего лишнего. С небольшим элементом значка. Не брендового, не бойтесь. Никакого тут бренда нет. Кто не любит бренд, вот, пожалуйста. Просто небольшой. Тоже идет у нас на молнии. Как бомбер можно расстегнуть. Размер идет у нас с 52 по 58. 5500. И в нескольких цветах. То есть идет зелененький такой,
яркий, как сейчас модно. И идет беж. Он вообще смотрится как с золотом. Вот. А давайте спинку покажем. Давайте. Будет вот такая спиночка. Так, цена еще раз. 5500. Вот такой зелененький. Так, еще у нас. Только немножко, все точно как тот же костюмчик, только немножко другой рисунок. Спинка у нас будет у костюма, если там у нас была эмблемка, здесь идет у нас прямая спинка, но акцент сделан здесь впереди. Кто любит стразики, пожалуйста, очень красиво. Тоже бананчики идут у нас, это брючки бананчиком. Будет вот так смотреться. В двух цветах. И кто любит сову, пожалуйста, к нашей сове. Великолепный. Сов сейчас все любят. Даже спрашивает. Так, а тут брючки? Так, размер у нас... Да, все тоже по модели, то же самое у нас. Только просто будет сова на ножке. По-моему, там тоже сова, я мелькнула. По размерам у нас будет, вот я вам сейчас показываю, с 52 и по 58. Турецкие по цене 5500. Как у нас и костюмки. Так, и наш любимый костюмчик состоит, кто любит морячка, тема летний тоже. Из брюк палаца, идет с лампасиками, на резиночке, свободные покрой такой. Ну, в общем, и свободной такой кофточки идет. Вот видите, она идет свободная. Немножко у нас спинка будет пониже. Вот так. И здесь будет, ну, длина хорошая, не короткая. Это где-то будет у нас пониже попы. И здесь будет чуть прикрывать то, что нам нужно. Короче. Вот такая модельчка есть. Суперская. Есть парадно-выходная, тоже классическая. Тут идут черные брючки. И вот такая кофточка. Ну, вот во всем классика. С таким шикарным бантом. Здесь можно напереди посмотреть, как сделан разрезик. Тут размеры какие? Тут размеры у нас тоже с 50 и по 58. И классика брючки. Классические, извиняюсь, это классические брючки, вот такие. Вот такие классические брючки. Без лампасиков. Да, без лампасиков. Все так строго по-классически. И этот костюмчик у нас, мы назовем его 3D. Он как и гламурный, так и спортивный. С лампасиками, что сейчас в моде и в тренде. Вот, идет они свободные, но не клеша, нет. Просто идет свободный стиль брюк. И свободная кофточка. Идет поперечка рукавчик. Красиво очень сделан. Да, не вточной рукав, он немножко спущенный. И поперечка, полосочка. Чередует черно-белое. Тоже очень красивый костюм. Так, размер у нас идет 52 по 56. 5000. Так, и еще у нас предоставлен вот такой костюмчик в виде палаццо, брючек широких. Очень такой красивый. С одной стороны у нас идут полосочки такие широкие, модные, с программкой. Вот, на ножке. Кофточка к нему. Идет свободный, такая, прям дерзай, ворот, такой немножко даже как подкрученный, он такой, ну, слишком модненький такой. Рукавчик идет, резиночка тоже. Так, и цена 5000, размер 52-56. Так что, девчата, давайте за костюмом. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вы встретите Ольгу с любовью. Она сегодня первый раз рассказывала об этом магазине. Она не так давно работает, но очень-очень старалась для того, чтобы вы ознакомились с новым ассортиментом. Хочу еще раз показать визитку. Я нахожусь в город Москва, торговый комплекс «Садовод», линия 20, павильон номер 90. Делайте заказы как оптом, так и в розницу.
вас очень-очень ждут. Ну что ж, всем пока и до новых встреч. Самый большой выбор поставщиков вы найдете на сайте Садовод База.